Всем привет! Это будет столешница под раковину на две раковины, или как она там, на два крана, короче. 1,20 м. Столешница здесь 1,60 м сейчас. Это лиственница. И сейчас мне нужно будет вот этот край сделать такой вот состаренный. Корявчинка, короче. Вот такой вот штукой буду делать. Какая фреза. Комбо-фреза. 16 мм толщиной. Диаметр 75 комбо. Сейчас посмотрите, что получится, как он жужжит. Жрет, конечно, офигеть. Все, погнали. Ну вот что получается. Такой вот край. Сейчас осталось еще покрыть маслом под орех. Я думаю, что должно получиться не хуже. Вот такая вот получается столешница для раковины. Ну, вроде прикольно. Ну что, погнали дальше. Все, сейчас покроем тиковое масло Борма. Орех. Вернее, темный орех, банка называется. Сейчас в растир пропитаем. Вы видите, какая фактура будет. Огонь. На пару слоев будет красота. Сниму сейчас, как она получилась в растир. Ну вот. Сейчас минут 15 пусть питается масло. Посмотрим. Потом разотрем все это дело. И под, на завтра уже второй слой надо будет сделать. Пусть впитывается. Меньше вытирать пришлось. Вот так вот. Ну все, под раковину размер уже соблюли. Соблюли. Вырезали. Сейчас второй слой. Масло венге. Венге, говорю, орех, что у нас темный. Какой венге? Бормовская. Тик. Тик это масло. Орех это цвет. Сейчас уже на второй свет будет. По контрастней. Здесь вот серенько, а здесь уже огонь. Это второй слой.
Третий слой будет другое масло, уже более прозрачное. Сейчас надо, чтобы сутки отстоялось между слоями, как минимум. Пусть высыхает. Ничего не будет здесь. Да. Второй слой уже сразу подчеркивается, заблестело. Торцы промазаны. Ну все, продолжение следует. Ну вот, второй слой прошелся. Уже более-менее. Уже поярче стало. Ну все, теперь бесцветный твердый слой прозрачного блеска, и все. Уже покажу уже в сборе, наверное. С раковиной, без целлофана. Что получилось. Ну, наверное, весь интерьерную вещь мы не успеем увидеть, пока будут ее ставить. Но в инстаграме выложу видео уже раковину с тумбой в ванной комнате. То есть подписываемся в инстаграм, там будет уже весь результат этой штуки. Ну все, она у нас высохла. Сейчас вот паркетное бормовское масло быстрое. Появился небольшой блеск. Вот оно сразу раскрывается, поярче становится. Сейчас это нужно будет все намазать и дать высохнуть, и все, и уже финал. Все это соберем с раковиной. Вот разница как в таком цвете. Ну вот, заблестело. Ну, теперь все, только пусть высыхает, и уже раковину будем прикладывать, кому интересно, паркетная. Ну, вот такая, друзья, получилась столешница. 1,60 м, почти на 600. Сейчас все-таки мы уберем пластик, чтобы картина у нас получилась полностью. Ну, уже интересно ее посмотреть, как она будет выглядеть непосредственно, конечно, на тумбе. Но это видео мне уже пришлют, скорее всего, гораздо позже при монтаже, чтобы будет тумбу сейчас собирать. ДСП, МДФ, ну что-то такое. В общем, кто захочет увидеть это все в собранном виде, переходите в инстаграм. Там будет эта вещь уже в собранном виде. Может, что-то в ТикТок еще закидаю как вариант. Но в инстаграме точно будет уже собранный вариант. С кранами, надеюсь, с тумбой. Вот, сейчас я тогда, получается, это все разбираю. В коробочку упаковываю, завтра все заберут. Надеюсь, было видео вам полезно. Всем удачи и пока.